Всем привет, с вами Макс. Сегодня мы будем играть в игру Free Fire. По-прежнему я развиваюсь в этой игрушке, и сейчас я зашел в золотой джекпот, потому что здесь можно бесплатно прокрутить. Давайте мы с вами это сделаем и посмотрим, что нам выпадет. Футболка. Неплохо. Давайте еще крутить. Давайте, стоп. Белые кроссовки. Ух. Стоп. Майка. И еще раз. Стоп. Костер. Ну, костер у нас есть. Ладно. Хорошо. А следующий бесплатный оборот через 23... Ну, в общем, я так понимаю, он через сутки, в общем. Вот так вот у нас. Все происходит. Давайте-ка с вами переоденемся. Вот у нас новая есть. Да? Прикольная такая. Мне больше всех, кстати, вот это нравится. Давайте вот это оденем. Футболка город. Любимый выбор воинов Амазонки. И белые кроссовки можно одеть. Красиво, ребят. Даже красивее, чем остальные. Вот эти вот все всякие. Даже можно синие ботинки взять. Давайте-ка синие ботинки в следующий раз оденем. Будет в белых кроссовках. Они 2 дня, да, доступны? Ага. И эти тоже 2 дня. А эти вот навсегда, я так понимаю. Блин, жаль. Жаль. То, что выпадает, то не вечно. Хотя вот это вот 6 дней вообще. Ну вот это прикольная майка. Давайте вот в это поиграем с вами. Из штанов здесь вот это вот невозможно надеть. Поэтому пусть у нас будет это. Вот. Персонаж. Так, отлично, все. Мы выбрали. Давайте с вами играть на рейтинг. И будем мы играть на рейтинг с вами как? Мы будем с вами набирать, точнее, получать новое звание. Рейтинг. Платина 1. Поехали. Стойте, подождите. Мне тут кое-что... мне запросы отправили, да? Принимаем и принимаем. Все, отлично. Поехали тогда играть. У меня сейчас 10 тысяч монеток. Чтобы мне иметь 10 тысяч подписчиков. Ребят, подписывайтесь на канал. Помогите набрать 2500 подписчиков в первую очередь. Помогите набрать 2500 подписчиков. Ребят, вот всех прошу очень сильно. Пожалуйста, если вы новичок на моем канале, если вас я чем-то заинтересовал, то, пожалуйста, подпишитесь. Просто нажмите на кнопку подписаться, и все. Вам же это не составит труда, я так понимаю, да? Так. Сейчас посмотрим, кто сколько имеет жетонов наездника. Я уже не помню, я помню, 13 имею жетонов наездника. Так. Да, по-прежнему имею 13 жетонов наездника. Тут 82, 55, 49. Ну, не так уж и много. Поэтому донатеры тут вряд ли присутствуют по полной. А вот где 240, это, конечно, вообще жесть. Это слишком жестко, ребят. Так, отлично. Ну. Блин, как же на тебя забраться-то? Вот, все, забрался. Ну, круто же, согласитесь. Это какой-то странный метро. А, нет, это вагон обычный. Это обычный вагон. Так, ладно. Давайте с вами сейчас выберем точку приземления. Ну, я даже не знаю. Ну, тут как-то... Не. Так, вот мы летим. Давайте вот здесь где-нибудь. Ну, или вот здесь вот. Вот, давайте вот здесь вот. Потому что здесь не вариант. Давайте где-нибудь здесь прыгнем. Так, на счет 3. 1, 2, 3. Поехали. Так, прыгаем туда вот. Поближе. Ну, я не думаю, что здесь уж народу так много будет. Не может же быть здесь много народу. Так. Спускаемся вниз на парашюте. Вот давайте вот сюда куда-нибудь, в эту зону, где домики есть. Я надеюсь, здесь-то никого уж не будет. Пожалуйста. Народ. Давайте вы будете где-то в другом месте. Пожалуйста.
Не как в прошлый раз. Все меня постоянно убивают. О, уже оружие есть. Просто в самом начале игры сразу. Ну это же М14. Неплохое оружие, кстати. Но это же неправильно. Нельзя ютуберов убивать. Понимаете? Иначе без них YouTube не станет быть ютубом. Да, логично же. Рюкзак второго левела, наконец-то. Нормальный лут, слушайте, здесь я нашел. Меня все устраивает. Лишь бы здесь народу не было. Никого бы здесь лишь бы не было. Вот там еще один хороший лут. Я не знаю, как, правда, туда спуститься. Но... А, ну вот так вот. Отлично, ребят. Просто меня все устраивает. Так. Давайте перезарядим. Пусть будет 14, то я как-то случайно там истратил что-то. Так, давайте-ка с вами выбираться. Может быть, здесь лут еще есть? Нет, здесь лута нету однозначно. Давайте поднимемся вверх. Здесь наверху что-то еще есть. Так, вот, паранг даже нашел. Замечательный лут. Меня все на данный момент устраивает, лишь бы здесь людей не было. Так. Автомат. Отлично. М10-14. А у меня что? У меня МП5. Пистолет Глок 18. М14. Ну, М-ка подойдет. Пойдет так. Молю Бога, чтобы ничего не было здесь. Далее. Ой, я что-то далеко от зоны-то ушел. Давайте тогда, может быть, здесь останемся. Где-нибудь. Местность открытая, не знаю, что делать вообще, куда прятаться. Давайте туда, в городишко, отправимся. Так. Так. Ну, я надеюсь, М14 нормально так будет игроков убивать вполне. Так, грибочки, грибочки, грибочки. Съедай, давай, желтые грибы. Ну, более-менее, вроде бы, меня устраивает, по крайней мере. Так, тихо. Ой, слушайте, напряг какой-то у меня сейчас. И я даже не знаю. Да, он в том доме кто-то есть, в следующем. Там, неподалеку. Ой-ой-ой-ой, слушайте, там их полно. И как бы они меня это не спалили там тихо. Ой, какой напряг, слушайте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так. Ну, это еще пойдет. Так. Сейчас. Знаете, что надо? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Кто-то меня стреляет однозначно. Вон, я вижу. Так. Вот он там, гаденыш такой. Меня не обманешь просто так. Ага, вон он. Ну. Куда-то он убежал, слушайте. Ну-ка. Так, ладно. Бог с тобой. Знаете, сейчас у меня... Вот он за мной пошел. Ага! Хм.
Вот он где-то там, говнюк. Так. Надо его... убить, что ли? Блин, реально, он меня тоже задолбал. Реально, где он? Да блин, ну, сука. Убил меня все-таки, а? М4А1. Ну, у него посильнее оружие, значит, было. Да иди ты в жопу. Я понял, что это сильнее гораздо. Это самое... О, слушайте, а у меня золото... А, золото. Там не платина после серебра идет. Я ошибся, слушайте. Ну, золото один. Нормально. Золото надеть сразу, может быть, тогда. Надето. Ладно, бог с вами. Я новое звание зато получил. Ну, блин. Что-то меня стали в последнее время быстро убивать. Блин, не знаю, с чем это связано. Ладно. Ничего, сезон 9, золотая футболка. Неплохо, неплохо. Так, ну что, у меня золото на данный момент. Золото 1, сезон 9. Он закончится 26 июня, кстати. Начался он 7 мая, да? 7 мая, он закончится 26 июня. То есть он 2 месяца идет, этот 9 сезон. Изучить тут что-то. Золото, так, награда сезона. Очки 1615. Золото 2 надо будет набрать. Лидеры. А вот и Анхаб, кстати. Мой друг Анхаб. Он лидер, платина 4. Погнали, кстати, реально. Только, дружище, знаешь, что я предлагаю? Может, еще кого-нибудь пригласить? Нет, группа заполнена. Ладно, погнали тогда. Он пишет мне. Привет, да. Привет. Давай играть, короче, дружище. Классический режим. Поиграем сейчас. Так, го играть, дружище. Давай. Да. Так, ну давай, давай, давай. Го играть. Давай. Братан. Я жду тебя. Жду изо всех сил его. Также, кто у нас здесь доступен? Больше никто, да? Не, ну Анхаб это очень топовый игрок на самом деле, конечно. Подписывайтесь на канал MixFix. Вот. Пишу ок. Давай играть уже, ладно. Дружище. MixFix. Ну чё отмена-то? Почему отмена? Давай, давай, погнали. О, красавчик. Всё. Ну, он выбирал оружие, видимо. Ну, сейчас мы быстро. Мы, надеюсь, справимся. Так. Классический режим играем, не на рейтинг. Так что все нормально. Далее. Что хочу сказать? Блин, я как летом прям одет. А сейчас что? Сейчас и есть лето. Вот Анхаб, 162 у него. А, красавчик, красавчик. 162 жетона. У меня 13 всего лишь. Увы и ах, у меня 13. Да. Ну хоть что-то. Блин, ну конечно Анхаб он топовый чувак. Это мой подписчик моего канала. Так что, ребят... Надо отдать должное ему. Он очень хорошо играет. Он на 8-м месте
из топов. Просто жесткий чел. Никогда не думал, что вот он таким будет успешным. А вот видите, он действительно стал успешным. Так, давай, дружище, там, отмечай. Вот, все. Будем туда прыгать. Точку он отметил. Он опытный чувак. Поэтому в желтую точку сейчас мы приземлимся. Так. Прыжок. Можно уже и прыгать, да? Так, куда он, туда и я. Я теперь просто буду следовать за ним. Блин, слушай, чувак, что ты... Ой-ой-ой, немножко не туда. Тихо-тихо-тихо. Ё-моё! Блин, не туда немножко приземлился, правда? Ладно. А, чувак, ты далеко от меня находишься, на самом деле. Так, ладно. Где ты там, Анхаб? Хапчик. 69 метров. Далеко, далеко. Ну, сейчас мы сейчас я к нему подойду. Так. Ту-ту-ту-ту-ту. Значит, это он все-таки приземлился. Ладно. Слава богу, что это он был. Дай бог, дай бог. А не, там вот чувак есть. Давай убивай его быстрее там. Ой, ой-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 
спасибо. Не, у меня шлем так был. Блин, слушай, а чем мне делать-то? М60. Спасибо большое, дружище. Так. Хотя бы М60 есть, и там патронов, кстати, довольно много. Где он там стреляет-то? Вот он напротив нас где-то. Я его не вижу просто. Дружище, убивай его там, пожалуйста. Я реально его не вижу. Тихо. О, М60. Нет, М60 лучше, мне кажется. Уверен. Так, тихо. Чтобы меня не спалили. Автомат, рукоятка. Нет, это нам не надо. М60 больше. Он у нас есть. Приклад давайте возьмем. Много чего надо вообще взять. Здесь что-нибудь возьмем. О, нормально. Дробовичок. Дробовичок. Тебе простичок. Ой, слушайте, у меня уже все заполнено. Блин, плохо, когда нету аптеки рядом. Так. Анхаб здесь. Я уже ничего не могу взять. Мне надо рюкзак искать просто тупо. Блин. Дайте мне рюкзак. Просто тупо дайте мне рюкзак. У меня его потому что нету. Пожалуйста. Бронежилет второго левела. Отлично. Уже хорошо. Так. Он наверху, я так понимаю, да? Вот, анхабчик здесь. Анхабчик у нас здесь. ЮМП. Угу. 19 метров. Слушай, да, дружище, не убегай от меня. Не убегай от меня. Завалю я тебя. Так, здесь он? Да, вот он. Красавчик. За ним придется идти, потому что, ну... А что мне еще остается делать? Иначе меня так убьют. Ой, что-то далеко ты, братан. Братишка. Оу, 40 метров. Кстати, 40 метров, вот. В принципе, недалеко. Зря я говорил. Блин, в забор иду. Как пьяный. Так. Ой, братан, куда ты от меня так отдаляешься-то, а? Чё ты меня так боишься-то? Ну, или это он просто рыскает здесь, да? Рюкзака-то у меня нету.
Рюкзака у меня нету. Давай-ка пока я просто... Вот это ты меня зря. Извиняюсь, так. Здесь у нас что? Ох, какой ты бессмертный. Ну тут немножечко я, к сожалению, не то сделал, ладно. Ну, типа, не то сотворил. Так, о, погнали, посмотрим, что здесь. Это такое себе оружие, да, тут ничего тоже нету. Рюкзак. Слава тебе, Господи. Хоть что-то. Так, давайте разбираться. Ангаб у меня здесь, да? Ну и, собственно, что мы? Мы в зоне, да? Мы на данный момент в зоне. Давайте-ка вот так вот с вами побежим. Два оружия, прикольно, слушайте. Да так реально быстрее иногда бывает. Тихо, 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 тихо. Мне кажется, мы затащим. Я вот надеюсь. Всего лишь классические бермуды. Вот здесь вот что-то он нашел. Уже лучше. Однозначно. Так, дружище, куда-то там делся. Вот как ему так удается играть, я, конечно, не знаю. Да. А вот еще какая-то, блин, подлагивает, слушай, что-то мне это не очень нравится, когда у меня подлагивает. А, на дрон идешь, я понял тебя. Воу, 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 воу! Что, его убил, что ли, типа? Да вы быстрее ты его убивай, блин, ёлки-палки, а? Не успеет меня убить, всё, это смерть. Успел? Нифига себе ты! Ох ты жесткий чел! Ох ты жесткий! Ты меня успел убить! Это самое, не убить, а... Да ты просто жесткий, конечно, чел. Ну реально, это... С последних он меня этих... Реально, вот просто это что-то. Что-то такое прямо, не знаю даже. Реально крутой чувак. Еще там автомат, нифига себе лут. Еще, слушайте, ой, как много всего-то на мне прицел. Отлично, просто замечательно. Все замечательно. На данный момент я должен перезарядить. Там 36 максимум должно быть. Так, где ты там? Что-то разворачивается, он разворачивается. Давай тоже возьмем сковородку, она у меня есть. Да, ну вот он просто на последних секундах успел меня спасти. Это что-то. Анхаб, ты, конечно, чувак топовый, на самом деле. Я не знаю даже, что и сказать. Что ты хотел вообще? Что-то назад пошел, назад. О, что-то новенькое. Быстрее надо, согласен. Я согласен. Так, давай посмотрю тоже. Дай мне что-то. О, рюкзак третьего левела.
елки-палки, маскировка. Ну, маскировку не надо пока на данный момент. А также здесь еще рюкзак. Нет, это не нам не надо. Круто, что я хочу сказать. Все просто замечательно. Но игра слегка почему-то подлагивает. Не знаю, с чем это связано. 36. XM8 нет. Такое себе, мне кажется, оружие. Вот М60 будет получше. Давайте перезарядим. Так, 46 патронов. Патрон, да? Получится. Капец, он просто на дрон идет бесконечный. Я офигеваю, 11 живых остался. Ну это реально. Это... Так играть, конечно, благодаря нему у меня топ лут. Хоть я никого и не убил тут, но тем не менее. Конечно, отстаю от него немного. Давайте тогда. Не-не-не-не, отмена. Оу, кто-то там был. Черт, успеет он меня спасти или нет? Нет, уже не успеет, наверное. И его что ли убили? Нет, его не убили. Не успеет. Не успеет уже. Давайте я к нему поближе. Успеет! Да ёб ТРСТ! Успеет, нет? Успеет. Нет, не успеет. Ну блин, ну конечно, вот тут как так, а тут. Реально. Было жестко. Жестковатый чел, на самом деле. Так. Умеет играть человек, конечно. Давайте посмотрим за его ходом игры. Ой, его тоже убили. Увы и ах. Да, чувак тоже сильный. По-любому. Ладно. Тем не менее, мы попали в десятку лучших. Это было здорово, я считаю. Ты попал в топ-30. Это было замечательно. Итак, народ. Ну что, всем спасибо за просмотр, этот ролик подходит к концу, увидимся мы с вами завтра, 20 июня 2019 года, и на этом хочу вам пожелать удачи, вот, дружище, нет, пока не буду, так что, народ, всем удачи, и всем пока, увидимся завтра, до скорых встреч, пока!